Чудесный день представляет. Дамы и господа, леди и джентльмены, приветствую вас на нашей сегодняшней битве динозавров. Разрешите представить вам участников. В левом углу победитель всех соревнований. Чемпион мира во всех категориях. Тиранозавр бешеный! А в правом углу наш новичок. Тиранозавр весельчак. Прошу любить и жаловать. Итак, спортсмены, на ринг! И зачем я согласился? Как же страшно! Что же мне делать? Ой, ну ладно, надо идти. Эй, ты слабак! Ты зачем сюда пришел? Да я тебя одной левой! Ой... Ой, как же страшно, аж коленки трясутся. Ну, это мы еще посмотрим. Ну что, ты готов? Ой, готов. Ну, берегись. Станет. Ой, может убежать? Ой, нет, убежать стыдно. Но берегись. Ой, о, о, ой, ой, кажется, удрал. Ой, хоть передохну секундочку. Ну, берегись. Ой, у меня последний шанс. Разбегаюсь и... Ой. 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 Итак, ведем обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Технический нокаут. Поздравляю тебя, весельчак. Это была очень неожиданная победа. Итак, дамы и господа, объявляю сегодняшнего победителя. Им стал тиранозавр весельчак. А теперь в знак дружбы пожмите друг другу лапы. Ой, ой. Не буду я жать ему лапу. Мы с тобой еще встретимся и померяемся силами. Посмотрим, как ты тогда справишься. Ой, бум. По-моему, он переутомился. А по-моему, он испугался. На этом, дамы и господа, наша битва динозавров закончена. Ждем вас в следующий раз. Что за день сегодня? Как я зол и расстроен. Ну, никто не попадайтесь мне на глаза. А! Ой! Ой, моя нога! Ай, как больно! Что? Что у тебя случилось? Ты зачем пришел? Я услышал крики, решил помочь. Убирайся отсюда. А, твоя нога, но тебе нужна помощь. Говорю, уходи отсюда. А, ой, ой, я не могу идти, больно.
Ой, подожди меня, не двигайся, я сейчас мазь принесу, подожди. Я принес мазь, она тебе быстро поможет. Вот, вот и все. Нужно только чуть-чуть подождать. А ты добрый. Спасибо тебе. Да не за что. А ты зачем вообще пришел на соревнования? Ты на спортсмена совсем не похож. Ой, это грустная история. Ну, расскажи мне. Просто меня все называют трусом. И я хотел доказать себе, что я могу. Чего можешь? Могу постоять за себя. Ну, ты справился с этой задачей. Да нет, что ты. Это простая случайность. Я как был трусом, так и остался. Но ты не переживай. Хочешь, я научу тебя драться. Правда? Правда. Но это надо будет долго и упорно тренироваться. Ты согласен? Да, согласен. Хорошо. Тогда приходи завтра на первую тренировку. Буду тебя ждать. Ой, спасибо тебе огромное. Это тебе спасибо. Ну что, до завтра? А как твоя нога? Ой, уже прошла. У тебя и правда очень хорошая мазь. Спасибо тебе и до завтра. Пока. Чудесного всем дня!